Если вас интересует вопрос насчет Васи Терешкова, могу сказать. Было две женщины, которые должны были лететь в космос. Одна, значит, была дублерша, Вася Терешкова была дублерша, а вторая Натарка, Розинкина, Натарка. И это была настоящая космонавтка, готовилась она 6 лет по... И она, сука, перед самым последним, перед полетом, плохо очень спала. А Вася Терешкова спокойно спала. И Вальку посадили в ракет, запузырили ее туда наверх. Когда она вся была в Египте, ее спросили, что такое состояние невесомости. Она говорит, не знаю. У меня подозрение, что она не летала, сука. То есть я тебе говорю, а та, которая летала... В общем, товарищи, я не могу больше ничего рассказывать, потому что это секретные сведения.